Привет, друзья! Вы на канале Юз ТВ, с вами Алексей Поздняков, и у нас сегодня интересный гость. К нам сегодня пришел Игорь Дубина. Игорь, как тебя назвать? Ты предприниматель, ты блогер, ты телеведущий, ты медийная личность. Как тебя правильно назвать, как тебя правильно представить? Дональд Трамп. Я такой же не президент. Ну, тебе не хватает. Немного поработать над этим. Да, ну, в основном предприниматель. То есть тот человек, который создает что-то, пытается, пробует, стартует, получается. Вот. Предприниматель. Как в одном интервью сказал бегущий банкир, да, Андрей Мистрат, он говорит, я как-то задумался, я больше спортсмен или больше банкир. И вывел для себя формулу. Чем я больше занимаюсь, тем я больше... Тот я больше и есть. И он для себя вывел формулу, что он все-таки больше банкир, потому что на какие-то доли процентов он уделяет этому времени банковской работе. То у тебя как? Предприниматель на 100%. Все, что касается бизнеса, причем разные проекты, причем то есть разные направления, все, что связано с созданием чего-то, это моя тема. То есть я никак не могу быть системным человеком, знаешь, такого, как я не умею, не могу быть руководителем, директором, это меня просто убивает. Ну, это забирает у меня много сил, энергии, да, я борюсь с собой. Я никогда в жизни точно знаю, не смогу работать там, где я не смогу сам принимать решения, то есть, или если надо будет согласовывать там, или еще чего-то. Я пробовал уже работать, и если мне нужно там какое-то решение идти с кем-то согласовывать по 3-4 дня, то это не я. То есть, ну, поэтому я однозначно человек, который, ну, их называют предпринимателями, да. Которые предпринимают. То есть я зажигаю идею какую-то, я нахожу команды, которые будут реализовывать, я на старте с ними, а потом я стараюсь выходить из этого, и дальше команды продолжают реализовывать ту идею, которая там у меня родилась в голове, а я пошел другую идею реализовывать. Расскажи, твое, насколько я знаю, у тебя основное направление деятельности – это недвижимость. Да. Это правда? Да, недвижимость, и причем в разных ее направлениях. Я уже много чего перепробовал, и как брокерская компания, и как там, и посредничество, и риэлторство, и там супермаркеты недвижимости, и строительство, там, и девелопмент. То есть много чего перепробовал, но именно направление недвижимости. Подскажи, кто твоя целевая аудитория? Может, кто-то из нас смотрит наших подписчиков и может тебе обратиться по какому поводу? Ну, целевая аудитория, если мы говорим о проекте Укрсити, супермаркет недвижимости, то это те люди, которые точно знают, что хотят продать, они там прицениться или там попробовать. И те люди, которые точно хотят купить, и они знают, что они хотят купить, и понимают, что они не готовы там искать годами, а хотят прийти, увидеть там и купить сегодня и заехать. То есть это моя целевая аудитория. Если это покупатель, то это более молодая аудитория, 25-40 лет. Если это владельцы недвижимости, ну, так сложилось у нас исторически, что все владельцы там у нас 40 лет плюс. Да, это в основном люди там 40-50 и пожилые пенсионеры. Это моя целевая аудитория. Но я же еще раз повторяю, только те люди, которые действительно хотят решить какую-то свою задачу. Есть просто много владельцев недвижимости, ну, как бы скучно попродавать, там, прицениться и потом, да, но это не мои клиенты. А скажи, регион, по какому вы работаете? Вы работаете локально только в одном городе или вы распространены где-то? Сейчас у меня компания Укрсити и супермаркет недвижимости, она немножко на стадии реформирования на самом деле. Тот проект, который мы развивали в городе Кременчуг, мы стартовали с этим проектом, это супермаркет, где можно прийти, там большое количество персонала, там определенные продукты. Вот я его планировал развивать по всей территории Украины, открывать и масштабироваться, чтобы классный сервис предоставлять там на всех территориях. Но из опыта, то, что мы получили, мы протестировали, да, такую бизнес-модель, такую структуру предприятия, в Киеве протестировали, вот, и поняли, что да, там есть определенные проблемы. То есть нужно вносить коррективы, то есть та структура, она не совсем, потому что чем больше город-миллионник, тем там тяжелее, например, с персоналом идет речь, тем тяжелее вопросы обстоят с заработными платами и так далее. Если компания в структуре там большое количество людей, то это сразу определенные риски на старте, да, потому что заработный фонд, он съедает там большую часть прибыли. Ну и плюс, и насколько я прекрасно сейчас понимаю,
это куда мы сейчас будем двигаться в развитии, то, что рынок недвижимости, он уже не хочет никаких посредников, он уже не хочет, в принципе, общаться даже ни с какими там людьми, там, специалистами, риэлторами, неважно. То есть мы приняли решение, что сейчас мы будем развивать то направление в недвижимости, это все, что связано с маркетплейсами, это платформами. Мы сейчас работаем не над масштабированием Укрсити, потому что такая модель, она не совсем реальна в реалиях оказалась, а именно над разработкой платформы маркетплейса, где продавцы непосредственно могут объединяться с покупателями и проводить сделки в онлайне. Это не OLX, где ты просто разместил объявление, либо, а именно это платформа, где проводятся сделки. Как онлайн-аукционы в автомобилях, вот что-то такое только в недвижимости. Скажи мне, как ты пришел к этой модели? Потому что я анализировал, и я всегда, ты выделяешься на фоне других, назовем это, продавцов или агентств недвижимости, которые, к моему большому сожалению, просто перелистывали или перепродавали те объявления там с той же газеты, и просто это же были пятым и шестым руками посредниками. Ну да, и когда пять или шесть агентств показывали одному и тому же покупателю одно и то же объект недвижимости. У вас же какой-то другой формат в этой... У нас формат в том, что мы... У меня были, я же говорю, я прошел разные форматы своей компании, то есть было и обычное агентство недвижимости, мы воспитывали очень качественных риэлторов на самом деле, да, но такая бизнес-модель тоже и структура, она казалась нерабочей, потому что человек сразу, буквально там 2-3 месяца, когда ты вкладываешь большие знания, у него вырастают какие-то определенные крылья, и он думает, что теперь он может сам все делать и как бы постоянно уходит. Логично, да? То что он получал результаты внутри этой экосистемы, да, внутри компании, и он думал, что это все за счет того, что он такой, да, герой, и как бы все у него получается. Выходя из этой экосистемы, он буквально там через месяц затухал, потому что он не получал того ресурса, там никаких клиентов, не был в той системе, он не был мотивирован, и как бы это все делал. И агентство недвижимости, то, которое у меня было, то есть оно по большому счету плодило большое количество очень классных риэлторов, которые могли бы работать на самом деле. Да, бизнес-инкубатор, я его так называл, но при этом я, наверное, не вспомню сейчас ни одного, кто ушел, кто открыл свои какие-то бизнесы, что они закрепились и остались. То есть в основном 90% или 95%, что все слилось. Вот. Потом пришел к тому, что нужно разделить труд, нужно выделить там работу с собственниками, нужно выделить работу отдельных специалистов с покупателями, продумали структуру предприятия и как бы разработали продукты, понятные для клиента, убрали любые проценты, работали, сейчас работаем только там по фиксированным каким-то ставкам, и работа с самого первого дня это только по договорным отношениям, никакие устные отношения мы не работаем. То есть, если это собственник приходит, договорные отношения, и мы работаем на этого клиента. Еще раз, в каких городах есть ваше представительство, где могут обратиться? Сейчас Кременчуг и Киев, но дальше мы не будем в том формате развиваться. Мы будем сейчас, мы работаем над тем, чтобы это большая, крупная онлайн-платформа, которая будет первая не только в Украине, а, наверное, на пост-СНГ, на всем, которая даст возможность проводить сделки в онлайне с недвижимостью без посредников. Это то, что я хочу. Мы на всякий случай оставим контакты и сайт. Да. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь. Да. Это не реклама, это такой дружеский совет. Подскажи, я всегда на тебя смотрю, ты всегда в форме, да? Ты всегда хорош в спортивной форме. Подскажи, как предпринимательство и спорт, занимаешься ли ты спортом, как вообще спорт влияет на бизнес-активность, на твой канал? Циклично. Иногда застегиваюсь, вообще занимаюсь, нормально занимаюсь. Иногда могу там месяц не заниматься, знаешь, там выпасть. Но если, например, в течение года, то, например, там 10 месяцев в году точно занимаюсь. Твое детище, твоя гордость, твое, скажем, сегодняшнее, твое увлечение, если можно так назвать, твой канал, YouTube. Да, YouTube канал, поджигатель, подскажи, это хобби, это детище, это дань моде или все-таки что это для тебя? Значит, смесь хобби, понимание то, что это нужно делать по-любому,
Вот что будущее только за, ну, за этими маркетинговыми площадками. Но точно это не бизнес. Сейчас я его рассматриваю как продвижение личного бренда. Только и все. То есть монетизация канала, в принципе, в Украине, скорее всего, невозможна. Ну, или возможно только там у 200 тысяч подписчиков может быть. Вот это сейчас работа на личный бренд. Нетворкинг, встречи, знакомство с классными людьми, съемка хорошего контента, через который люди будут узнавать меня, понимать, что, кто я такой, что я такой, и, соответственно, доверять мне как личности. И если я там какие-то проекты или бизнес запускаю, то они могут доверять, соответственно, и моему бизнесу в том числе. То есть это вот такая вот задача. То есть как пришла эта идея, опять же, все снимали сам, пытался обучающий контент сначала, потому что есть определенный опыт в бизнесе. Но обучающий контент в Украине и на пост-СНГ не воспринимают, потому что все очень умные и все да, воспринимают обучение как то есть сам дурак, типа такого. Вот. Поэтому мы быстро переформатировались и начали снимать просто лайв. То есть какие-то истории своей жизни, о бизнесе, о встречах с другими людьми о бизнесе. Вот. И это на самом деле, в принципе, более-менее популярно. И, как бы, и сейчас я, ну, как бы, канал перерастает ту фазу, которая, то есть сначала была первый сезон у нас такая эйфория, то есть такая, да, на общем хайпе, да, все такие там были сплоченные, пошло. Второй сезон немножко пожестче у нас был, потому что здесь уже начались такие, говорится, трудовые будни, потому что съемки на самом деле занимают очень много времени и так далее. Сейчас у нас с конца января начнется третий сезон нашего канала «Прожигатель», и это уже будет все нацелено конкретно на продвижение личного бренда. Вот именно мы уже прекрасно поняли, что монетизация вот этих мечты, там, знаешь, как сейчас я запущу канал и заработаю миллион, она практически... Придется какой-то рекламодатель. Это все мечты. Ну, то есть в YouTube зарабатывают только единицы. Ну, единицы. И то, пока никто не может дать конкретного алгоритма, почему у них так получилось. Даже сам недавно этот общались с Дмитрием Портняем, да, который сейчас самый известный бизнес-блогер YouTube, там 1 150 000 уже подписчиков. Он признался буквально вот на днях в том, что он сам даже не понимает, почему некоторые выстреливают, а некоторые даже с лучшим десяткой контентом, чем у других, не выстреливают. То есть, ну вот, непонятно. Вот такая, поэтому выстреливают, но единицы. А много кто рынулся в YouTube именно за жаждой денег, но на самом деле, если тебе это не нравится, либо ты не понимаешь, зачем оно тебе надо, то ты сдуешься буквально сразу. Я сейчас принял для себя решение, что это мне надо как для продвижения личного бренда. Все. Немножко личный вопрос. Я смотрел твои первые видео, да, я анализировал это. И я сам прекрасно знаю, что есть такое боязнь камеры, боязнь красного огонька, боязнь этой хлопушки, да, когда ты сейчас вроде живой-живой, а только мотор, и ты уже теряешься. Скажи, как ты преодолевал себя, как ты, ведь у тебя не было до этого ни опыта, ни публичной, ни журналистской какой деятельности. Я до сих пор преодолеваю это. Это очень, ну это одно из, вообще говорят, страх публичных выступлений, по-моему, даже для людей страшнее смерти, что такое, это самое вообще страшное, что оказалось, да. Крайне непубличный я был человек, крайне тяжело знакомился, и вообще просто понимание того, что надо, и все, вот и все. Много негатива с речью, есть вопросы, понятно, я не диктор какой-то там, который учился на, я не журналист, я не знаю, как задавать вопросы, как их правильно ставить. Просто, ну, это обычная отсебящина. Но только из-за понимания того, что надо. Все. Надо идти, мне нужно снимать, мне нужно идти брать интервью, мне нужно, чтобы мне узнавали, мне нужно, чтобы мне узнавали и узнавали о моих бизнесах. Вот и только это. И помогало перебороть вот этот страх. То есть ты намеренно идешь в зону дискомфорта и только там это... Намеренно, да. Намеренно. И мне сейчас даже, вот, например, все... Ну, как бы все публичные люди, мы прекрасно понимаем, что бизнес не публичным сейчас быть практически не можем. Мы не говорим же о бизнес, который люди наворовали, да, там, и они как-то не, сейчас они не публичные или на Лазурном берегу, да,
лежат загорать. Сейчас, если ты хочешь зарабатывать деньги в бизнесе, о тебе должны знать. И в частности, если ты будешь пиарить там директора либо исполнительного какого-то человека, то это тоже не дает результата, потому что люди хотят понимать и видеть, кто стоит конечный, за этим, кто конечный, да, бенефициар, знаешь, как его называют, да, кто конечный человек, который стоит за всем этим. Поэтому нужно становиться публичным. Если тебе нечего скрывать, а я так понимаю, что у нынешнего поколения бизнесменов, в частности, им нечего скрывать, но что ты будешь скрывать, если ты открыл кофейню какую-то, ну, там, ну, может, ты там кого-то не трудоустроил, разве что там, да, из 5 человек 2 трудоустроил. Но ты же не отмываешь денег, ты же ничего не воруешь, ты же на бюджете не сидишь. Ну, то есть, нужно становиться публичным. Становиться публичным, это называется выводить свой бизнес на какие-то новые показатели, на какие-то новые уровни. Если ты не публичный, вероятность развития бизнеса очень мало, очень мало. То же самое, как сейчас с социальными сетями. Я же говорю, там, Инстаграм, Фейсбук, сторисы публикуют и так далее. И за счет этого люди продают, люди выводят свои бизнесы на какие-то другие показатели, люди становятся более публичными. И да, вот и в том числе Инстаграм, я, например, мне до сих пор, например, выйти там в прямой эфир, в сторис, показать, что я сейчас там кушаю, или куда я иду, или на какую я встречу иду, мне до сих пор очень тяжело. Ну, то есть это как-то... То ли надо перебороть что-то психологически, что тут ничего такого страшного нету, но это ж, блин, надо выйти, что, ну, такое, да? Но только за счет надо и все, вот надо. Как раз ты совместил себе два вопроса. Это первый вопрос я хотел задать, почему ты не выбрал формат ведущего какого-то, но теперь я понимаю, почему. Твой ответ как раз послужил определением предпринимателя, да, вот почему никого, да, потому что сам предприниматель что-то делает, пытается, тестирует, пробует, не получается, снова пробует, и в этом есть, скажем, определение предпринимателя, да, который постоянно предпринимает. У меня к тебе как бы такой вопрос, тоже личного плана. Чем больше ты становишься публичным, чем больше ты становишься медийным, у тебя постоянно есть, чем растет число, ну, всяких негодователей, да, там, противника, которые тебе пишут где-то гадости в соцсетях, в комментариях и так далее, и так далее. Как ты на это реагируешь, как ты с этим борешься и как вообще ты с этим справляешься? Ну, опять же, как мне сказал один хороший товарищ, если, вот, например, ты мне говоришь, ты адекватный человек, я говорю, да, адекватный, ты пишешь какую-то херню у кого-то там под каким-то видео, нет. Говорит, то ты и у тебя адекватно не пишет, а долбоёбы пишут всякую херню. Ну, то есть такая ситуация. Ну, среагирую как? Удаляю комменты, в принципе, если я вижу, что полный какой-то дебил. То есть тебя это никак не выбивает? Нет, ну, конечно, если бы я его увидел, конечно, наверное, там куда-то в нос зарядил бы, да? Ну, то есть если человек там необоснованно какую-то херню имели, да? Но вот чем же и прикол, почему вот такие всякие люди, которые в лицо не могут сказать, они там и пишут, потому что они понимают, что к ним... Вот какой-то аватаркой, да? Да, и к ним не достучаться, к ним там нет. Ну, это ихний такой стиль жизни. Вот если у него там что-то не получилось, он пытается там раздраконить кого-то другого. Ну, а в последнее время в крайне, во-первых, почему-то меньше стало хейта, ну, то есть таких негативных комментариев. В основном мои негативные комментарии были с моей речью. То есть, да, люди обращали, что у меня полтавский говор. Ну, то есть он немножко сюржик, так называемый, там какие-то моменты, он отличается, полтавский говор, там, от одесского, от львовского, от киевского, они разные, да, вот именно проскакивают какие-то слова, какие-то там буквы. Вот на это обращали внимание, но опять же, я же повторяюсь, то есть это канал YouTube запускался, это как крик души и надо, вот, понятно, мне нету. Кстати, сейчас я записался на курсы актерского мастерства и речи, поэтому будем подтягиваться. Тоже. Поэтому будем подтягиваться, да. Это моя, да, мне. Это ты, это молодец, ты, здесь я тебя поддерживаю. А нам тоже, кстати, писали там комментарии, что у вас за канал одна реклама. Мне хочется сказать, ребята, мы создаем это для себя, для своего продукта, но хотим и как хотим, так и делаем, да. То есть мы не образовательный контент. Реклама, понятно, она будет как-то в YouTube, в любом случае, как-то же людям надо монетизировать время и деньги, которые они вкладывают в развитие, естественно. Просто некоторым это получается как бы интегрировать. Некоторые, когда вдуть, он вообще как бы просто конкретно занавес рекламы, и он ничего не стесняется.
Он конкретно говорит, ребята, я снимаю, но мне же надо за что-то жить. Но это, ну, YouTube это не благотворительное. Я скажу, есть люди-фанаты, вот которые, знаешь, вот фанаты, вот им нравится все. А есть нужно заставлять. Вот я из тех, что мне нужно заставлять. Мне нужно, то есть это, знаешь, я себе как вот съемки, да, я понял, что это надо. Но хочется, не хочется. Вот спорт это и зарядка, это то, что надо. Я утром просыпаюсь, я там не с радостью бежу в зал, я знаю, что надо, все, иди там, что-то позанимайся, поприседай, побегай. Но зато после, когда ты там принял душ, вышел, ты чувствуешь себя очень круто. И ты думаешь, блин, ну это ж классно. Ты только что себя хорошо после заряда, ну, после тренировки чувствуешь хорошо, почему ты так, блин, не хочешь туда идти? А про алкоголь наоборот, да, ты сейчас хорошо тебе, блин, а потом херово. И когда тебе херово, думаешь, зачем это надо, но ты все равно иногда берешь и выпьешь, потом опять, ну это то же самое. Слушай, а у меня другое наблюдение. Как ни странно, вот когда бежишь на беговой дорожке, да, там какую-то там 15-20 минут, интересно, ты обсуждаешь мысли там, а как вот эту идею? А как вот это, как вот это, как вот это? Может быть, но мне нудно. Я что-то бег не сильно люблю. Хотя мне Анистрат сказал, то тебе не нудно, я ему сказал, а можно ли в наушниках бегать, музыку слушать? Он мне сказал, ты хочешь, чтобы тебя машина сбила? Поэтому бегать, ну, бег, наверное, полезно, но опять же, у каждого свой. Кто-то любит баскетбол, кто-то бокс, кто-то приседает, кто-то вообще всю жизнь бухает и ничего. Я же говорю, опять же, я всегда думаю, я знаю точно предпринимателей, таких бизнесменов, в принципе, у всех есть такая вот черта, можно ли пить или нельзя, вдруг, так, ага, там, смотрите, он кто-то застегнулся ЗОЖ, он не пьет, у него все получается, все, и я не буду пить, все, не пьет, потом смотрит на другого, там, да, типа, вот, как Олег Черняк, да, хортится, да, миллиардер, ну, он выпивает, блин, думаю, так он миллиардер, он все успешно, выпивает, все, я теперь буду выпивать, ну, тоже же это можно. И это я знаю, что много людей, которые так или иначе метаются, и что я понял, будь собой. Ну, ты, как мне один говорит, хочешь пить, пей, не хочешь пить, не пей, хочешь заниматься спортом, занимайся. Чувствуй себя комфортно, единственное, нужно понимать, что... Ну, все делать в здравых пределах. У нас, единственное, ни у кого меры нет. Скажи, твое мнение, как человека опытного в Ютубе, в украинском Ютубе, я вообще тебя считаю одним из таких первопроходцев, и действительно те, которые за малый период, они выросли в какой-то канал, да, у вас там не миллион, но желаю, чтобы в скором времени да. Это было. Я думаю, это для вас не самоцель, но тем не менее. Перебью, на самом деле самоцель. Самоцель. Знаешь, почему? Почему да. Подписчики важны? Потому что когда ты вкладываешься, там идешь, встречаешься с людьми, там снимаешь, пытаешься дать лучший контент кому-то, но при этом ты не получаешь обратной связи, это со временем начинает демотивировать. То есть для тебя это все-таки количество подписчиков это индикатор. Это индикатор того, в правильном направлении ли мы двигаемся, нравится людям то, что мы делаем. И мне же, опять же, если мы отталкиваемся от моей цели не зарабатывать деньги на канале, а просто продвижение личного бренда и узнаваемости, то есть в общей массе, чтобы люди понимали, что я адекватный человек, я нормально делаю бизнес, и мне можно доверять, со мной можно работать, то, конечно, если у тебя на канале там 100 тысяч подписчиков, то ты прекрасно понимаешь, что ты можешь с ними пообщаться, им задать какие-то вопросы, получить от них обратную связь. Есть ответственность. Да, и когда, когда у тебя на канале мало подписчиков, там 3, 4, 5 тысяч человек, и у тебя там 10 комментариев, да, то там со временем начинает демотивация. То есть думаешь, так, а зачем я это все снимаю, если людям, допустим, это не нравится или еще чего-то. Поэтому классный контент – это круто, но нужно очень много времени тоже поначалу уделять именно продвижению. То есть как любой продукт. Любой гениальный продукт, он может остаться гениальным, если о нем не узнают люди. Но если ты снимаешь классный контент на твое мнение, ну постарайся там вложить какой-то бюджет, чтобы как можно большее количество людей увидело. Тогда вопрос как предпринимателю, да? Увеличение количества контента, увеличение количества подписчиков. Это дает отклик и бизнесу, да? То есть с увеличением бизнеса увеличится твое внимание и на бизнес, да? Как ты вот увеличение, расширение канала с увеличением, с ростом бизнеса. Ну, как ты вот эта чаша весов? Чем больше людей знают, чем я занимаюсь, тем я больше получаю теплых клиентов. То есть тебе не, скажем так, твое внимание не расфокусируется потом в бизнес, в уделении внимания в бизнес? Расфокусируется.
и бегаешь как за лампочкой, знаешь, как за горящим фонариком в ту сторону, но я сейчас прошел этот этап немножечко, потому что было у меня 3 или 4 направления, которые там у меня было строительство, у меня было Укрсити, был канал, еще каким-то проектом я занимался, и вот, конечно, была расфокусировка, то есть уделяешь туда, туда не уделяешь, уделяешь туда, туда не уделяешь. Сейчас я это немножко решил, то есть, опять же, я же говорю, делегирование конкретно, то есть каждый должен заниматься своим делом, а ты должен понимать, в каком, какие там точечки ты должен контролировать. Поэтому сейчас я рассчитываю, что как бы не будет такого перетягивания каната. Ну а съемки, если это постоянные съемки, это много времени занимает. Все, Игорь, ты, мне кажется, теперь ты живой человек, у тебя есть свои ошибки, ты их знаешь, ты не железный человек. Ошибок масса. Я за последнее время один из таких лайфхаков, да, как их называют, это то, что узнал. Вот очень, я не помню, кто сказал, но и в частности и Дмитрий Портнягин об этом говорил, и книги писал, и на каких-то форумах. Я услышал, есть такое понятие «ставить чемодан на вокзале». Я понял, о чем. Да, вот и да, если ты можешь иногда тянуть какой-то проект, там, 2 года, 3 года, 4 года, да, и тот предприниматель всегда на подсознании, он себя корбит. Берет и там елозит себя, блин, нет, я должен продолжать идти, а вдруг это я слабак, а вдруг это меня потом все подумают, что я сдался. И он начинает там год за годом там толкать свой бизнес, которому он типа верит, но он не приносит ему прибыли, допустим, но я верю, да, а с другой стороны он думает, блин, да может его оставить, так а кто-то подумает, что это... Оказывается, есть такое понятие, да, оставить чемодан, когда ты, то есть по какому индикатору, то есть может предприниматель понять, что, например, тот проект, который он двигает, там уже 2 или 3 года, его нужно оставить, деньги. То есть, если проект там, за какой-то период не начал приносить тебе деньги, то да, сколько бы ты в него не вложил уже денег, что бы там ни происходило, какого времени ты не... Ну, просто оставь этот чемодан, вздохни, и ты можешь за более меньший период, но с большим опытом, с багажом тем, создать что-то другое невероятно. То есть, это то, что я понял, очень крутая штука на самом деле. Раньше я думал, что так делать нельзя, и это поражение. Оказывается, оставить чемодан – это не поражение. Еще такой вопрос. А книга? Все-таки ты думаешь над созданием какой-то книги? Да. И на самом деле, давно еще я вообще хочу написать книгу. Но только, опять же, сейчас, понимаешь, все от маркетинга. Еще раз. Опять, какую бы ты крутую книгу не написал, ты ее можешь просто не продать никому. Вот, например, пример, опять же, возвращаемся, но мы не можем к нему не возвращаться, Дмитрий Портнягин, потому что это феномен сейчас, да? Написал книгу, у него хорошо тираж, продается она. Почему? Потому что он личность, он узнаваемый, его знают. Если я сейчас напишу книгу, кто ее купит? 10 человек, 20. Другой пример, она нужна. Другой пример тебе расскажу, Олег Торбусов, тоже агентство недвижимости, это один из там тренеров в бизнес-школе, вот у него есть не книга, а свой журнал. Это у него тоже основная там деятельность по именно по агентству недвижимости. И он журнал, какая-то там общеобразовательная информация, какой-то интересный контент, интервью, и потом там часть 20 или 30% журнала посвящен там фотографиям, именно посвящен там агентству недвижимости. Поэтому он таким образом это производит. Я не говорю за... Но это не прибыльный журнал, его же не покупают. Он, ну я понимаю, что он для него служит как маркетинг-кит. Да, не совсем это есть. Может быть какой-то маркетинг-кит, но я сейчас немножечко то ли поумнел, то ли я понял. Бизнес, предпринимательство должно приносить деньги. Если оно не приносит, это все херня. Предприниматель не будет вкладываться в проект годами, если он не получает оттуда обратной связи. Обратная связь – это деньги. Конкретные деньги, вот и все. То есть все, что в мире создается, оно создается в благих намерениях, но за деньги. Но должны приноситься деньги. Если выпускать книгу, Дмитрий Портнягин выпустил книгу, да, для популяризации, но там деньги. Он рассчитывает на ней, охрена классно заработать. Да, и он классно ее выпустил вовремя, понимаете. И сейчас на этом заработал. Если сейчас я буду инвестировать деньги в книгу, время, типографии, там верстки, обложки, все остальное, но при этом я не рассчитываю получить деньги, зачем мне это делать? Понял. Все. Здесь я немножко ушел не от бизнес-составляющей, а от некой...
мечты. Духовно, мечты, да. Здесь я про мечту, я, как я развел бренд. Можно это написать, я же опять же говорю. Или там написать. Я, Игорь Дубина, там, да. Ее можно написать для души и поставить у себя на полочке. Да, и дать прочитать. 100 экземпляров раздать друзьям. И раздать друзьям, то есть, которые и так, в принципе, знают, как развивался этот бренд. Если ты хочешь донести действительно в массы, допустим, о себе, чтобы о тебе узнали, как ты создавал там код GPS, с чего начинались, какие были, как там в семье у тебя обстоят, как там супруга реагировала на твои там решения, какие там ты ошибки делал, все остальное. Если хочешь донести это в массы, там должна быть коммерческая составляющая. То есть не будут магазины продавать твою книгу, если она не интересна людям. То есть там коммерция она должна быть. Понятно. Хочешь, чтобы 100 тысяч человек о тебе узнало, значит, должно купить 100 тысяч человек эту книгу. Ты же не будешь раздавать, как кто у нас, Виктор Федорович, да, заработал, по-моему, в Украине самый больше, блядь, на книгах, да, писатель. Поэтому, ну, понятно же, никто ее там не покупал, но почему-то она, вот, мы не такие. Мы, как, вот почему, опять же, почему YouTube, почему продвижение личного бренда, когда я буду понимать, что меня уже знают большое количество людей, у меня есть какие-то мои там однодумцы, одномышленники, их там на YouTube там 100 или 200 тысяч человек, у меня там в Инстаграме будет какое-то количество подписчиков, у меня много знакомых, там партнеров, друзей и так далее, тогда я буду прекрасно понимать, что если я сейчас сяду за книгу, во-первых, ее узнают и прочитают большое количество людей, она может на кого-то реально повлиять, плюс я с этого могу еще что-то заработать, это да. Понял. Завершая тему YouTube, подскажи, совет для молодых предпринимателей, для людей, которые в этом еще не понимают, подскажи, для каких бизнесов работает YouTube и с чего, несколько таких советов, с чего начинать, вот такие несколько, и стоит ли это начинать, да, потому что это все-таки нужно ли какое-то специальное оборудование, и дорогостоящее ли это дело, и вот я сейчас обращаюсь к тем людям, которые не использовали YouTube и которые думают, что для их бизнесов это не работает. Может, я сейчас не настолько буду правильно компетентный, или может быть у меня там свое личное мнение, но если вы запустите просто канал, ну если мы говорим о бизнесе, да, ты хочешь продвигать свой бизнес, да, и будешь, например, просто снимать, там, я не знаю, как ты стрижешь, допустим, да, стрижешь, ну, наверное, какое-то количество подписчиков у тебя будет. Но про какой-то массовый сегмент, массовый рынок, да, ну там речь не будет идти. То есть это узкие нишевые какие-то каналы, монетизировать их невозможно вообще в принципе. Может там на какой-то небольшой рекламе от там каких-то лаков или еще чего-то. Но я все-таки склоняюсь, чтобы предприниматели или бизнесмены, которые заводят канал, показывают свой бизнес, они все-таки должны в каналах больше ставить акценты на личном продвижении. Потому что продают не продавцы, продают не реклама, продает именно владелец. Правильно я понимаю, ну, если подытожить твою речь, заводите канал тогда, когда у вас есть что показать. Да? И когда вы все не можете рассказать в телефонном разговоре или в какой-то презентации, вы должны это расширить, дополнить видеоконтентом. YouTube канал как один из способов продажи, например, если там звонит продавец и говорит, там хочет продать какой-то продукт, да, и там клиенту непонятно, зайдите на наш YouTube канал, посмотрите, там все описано, показано. Это как просто как инструмент для того, чтобы облегчить продажу продукта. Но это же не канал, чтобы привлечь клиента. Вот, и если вы создаете канал и у вас есть задача привлекать клиента, а не просто и облегчить задачу продавцу продать продукт, то это должна быть работа не только, ну, то есть это должна быть работа над, то есть владелец бизнеса должен работать очень плотно над собой. В каком плане? То есть он должен как можно больше появляться публично. Это не только YouTube, он должен печатные издания, на всех ивентах быть, куда только угодно ходить, в том числе активно быть ведущим своего канала, в том числе частично рассказывать о своем бизнесе и показывать, как что работает, но он должен именно работать над своим личным брендом, чтобы ему доверяли, чтобы клиент, который увидел там, тебя на канале, он понимал, что ты адекватный человек, тебе можно доверять, и он вообще без возражений берет и покупает твой продукт. В том числе и у нас на канале, у нас
практически нету никакой рекламы, ни скрытой, ни вообще никакой моих бизнесов фактически нету. Да, то есть там мы просто встречаемся с людьми, рассказываем о бизнесе и так далее. Но если я как личность начинаю интересовать людей, которые меня смотрят, они, естественно, заходят, смотрят мои компании, чем я занимаюсь, и они понимают, ага, этот парень неплохой, у него есть компания по недвижимости, ага, она в этом городе, и я в этом городе, поэтому я буду работать с этой компанией, потому что я вижу, что он адекватный человек. То есть два вида контента. Первый контент, раскрывающий больше продукт, чем занимаешься. Облегчающий продажи. То есть видео ощущения, распаковка или какая-то демонстрация. Или это сразу. Но это не воронка для входящих. Я понял. И вторая, это уже как больше пиар составляющая, когда руководитель уже брендируют свою компанию, свой продукт дальше, когда это совместимо. Если мы говорим конкретно о примерах, тоже же опять же Дмитрий Портнягин, никакой практически рекламы своих бизнесов, но у него продажи там в десятки разов по всем компаниям поднялись за счет личного бренда. То есть знают Диму, знают, что можно доверять его компании, значит мы хотим работать с ним. То есть люди хотят становиться ближе к этому человеку. Каким образом ближе? Через работу с его там бизнесами, компаниями и так далее. Спасибо за интересное пояснение. Все-таки по завершающим блокам я хотел бы вернуться именно с точки зрения бизнеса. Скажи, пожалуйста, твое основное направление, ты работаешь с новыми строительствами, да, или это уже действующие? По строительству? Да. Кстати, хотел я немножко еще затронуть эту тему. Я просто... Вот опять же, по поводу чемодана оставить и прийти куда. То есть я все время мечтал все-таки что-то. Ну, то есть я по натуре человек, которому визуал, и мне нравится, когда на моих глазах что-то вырастает. Да? Мне нравится строить, когда с ничего получается какой-то красивый дом там, или какое-то строение. И сейчас вот акцент, который в 2018 году, куда я буду точно уделять там большое количество времени, то есть у меня три направления. Я хочу строить очень красивые дома, и как бы это мне нравится реально круто, при этом я хочу на этом зарабатывать деньги. Все. То есть это обычно нормально предпринимательская составляющая. Я хочу реально создавать и дальше продвигать контент на YouTube для продвижения личного бренда и для общей узнаваемости. И третье направление, я все-таки хочу создать вот эту онлайн-платформу, которая должна уже окончательно перевернуть рынок недвижимости и скинуть с людей вот этот, как говорится, тягар сложности в сделках. То есть я хочу настолько их все-таки облегчить, чтобы там продавец с покупателем себя быстро находили и проводили быстро сделки. То есть вот эти три направления буду развивать, а development, строительство мы сейчас активно будем начинать. Мы сейчас все, что Киев, Киевская область, мы строим. Строить коттеджные городки, строить дома. Мне это очень нравится, я от этого реально кайфую. Вот туда я вообще, вот понимаешь, знаешь, есть такое понятие, ты должен просыпаться утром и там типа... С удовольствием. Вот, блядь, туда я просыпаюсь с удовольствием. И вот даже, например, я анализирую даже, да, там другие бизнесы, у меня все равно конечные, да, там, я хочу сейчас развить этот бизнес, чтобы там заработать денег, чтобы потом что-то построить. Вот всегда все равно получается, чтобы потом что-то построить. То есть я потом сидел и анализировал, так а зачем я тогда что-то другое создаю, чтобы потом что-то построить? Бери и занимайся, чем тебе нравится. И вот все-таки строительство это моя тема. Я кайфую от нее. Подскажи еще, пожалуйста, ты, я знаю, сейчас живешь в Киеве, да? Да. Основной у тебя бизнес, основной бизнес еще в Кременчуге. Подскажи, как ты контролируешь сотрудников, как ты контролируешь их дистанционно? И расскажи, как ты используешь нашу систему GPS-мониторинга, да, как она тебе помогла, и помогла ли она вообще? И все автомобили, ну, во-первых, я с GPS-мониторингом знаком уже очень давно, более 6 лет, я работал на предприятии, через GPS-мониторинг мы контролировали весь транспорт. То есть мы все контролировали, где водитель стал, заправки. То есть это прямо там, я как Шерлок Холмс. Ну, то есть понятно, там, если чек на заправку там в одно время, в это время там он вообще выгружает точку, это невозможно было, он, соответственно, ставил карточку там на заправку. Ну, это все такое. То есть GPS реально помогает как бы скинуть вообще вот этот момент, как бы, а где сейчас он находится, а что он делает с моей машиной там и так далее. Тем более, чем бизнес меньше, чем владелец относится к транспорту как к своему личному.
Это не то, что, например, там у тебя уже 200 автомобилей, ты относишься это просто как к чему-то. Да? А когда у тебя там 3-5 автомобилей, ты относишься ну, как к чему-то личному. Блин, а где он ездит, а не поехал ли он там по своим делам, там, а он сейчас мою машину убивает, там, еще чего-то. Поэтому это реально классно, скинуть переживания, плюс реально контроль. И по топливу, сколько списания со всем остальным. Плюс это реально я использую даже в своих личных машинах, как... дополнительная сигнализация, да, ну не дай бог там что-то произойдет, там как минимум, если не отключат аккумулятор, там, да, или там если они в какое-то место передвинутся, я посмотрю, где эта машина, да, или такие моменты. То есть реально очень помогает и с любой точки земного шара, с приложения зашел, посмотрел, где автомобиль. То есть вам это, ты заметил, как было до и как было после, то есть тебе это... А мне даже выгодно, в плане, я же говорю, мои боли это... постоянно видеть, что машина как бы передвигается не там, где она должна быть. Я не ставил задачи там экономия топлива или что-то у меня, потому что у меня не такие объемы, что там будут у меня какие-то десятки литров воровать. Но в плане безопасности, там где машина находится, сколько на времени была у клиентов, там, во сколько она стала на стоянку, там, ездила она сегодня или не ездила, да, с какой скоростью ездила, там, и все остальное, это реально вот, то, что мне дает возможность, как бы, ну, не уделять, ну, вот этим переживаниям большое количество времени. Плюс классный инструмент вообще, в принципе, для руководителей, для службы безопасности, это, ну, контроль, это очень помогает. То есть, несмотря на то, что вы не транспортная компания, несмотря на то, что вы, у вас там нет... Я вообще, ну, я, это не то, что там рекламу или что, я сейчас не представляю, как можно, если в каком-то, на каком-то предприятии ездить хоть один автомобиль, как он может ездить без того, что ты не можешь за ним следить? Ну, это я сейчас вообще не представляю этого. Там, начиная от Uber, заканчивая чем угодно, все за всеми должны контролировать, следить, смотреть, где. Но если это транспорт предприятия, там, ну это стоит копейки. Сколько стоит? 2, 3, 4 тысячи гривен. Я не знаю, сколько, ну я забыл уже, сколько стоит этот GPS, это стоит реально копейки. Так ты вообще не паришься. Ты не думаешь, что водитель тебе сказал, что он машину поставил на стоянке, а сам где-то в баре там выпивая чарку, еще машину не поставил. Ты вообще об этом даже не думаешь. Ты в любое время зашел, глянул, все. Скажи, был ли какой-то дискомфорт со стороны водителей? Были ли возмущения о том, что чего вы за мной контролируете или как? Это, наверное, происходит в совдеповских предприятиях, где водители 20 лет воровали и потом тут пришли, махнули шашкой, сейчас вы будете там, с GPS. Наверное, там, у меня никакие дискомфорты. Какой дискомфорт, если я образно поставил там на образно назвал автомобиль GPS и посадил водителя и сказал, теперь ты будешь ездить там, доставлять клиентам на сделку. О каких дискомфорте может вообще идти речь? Это безопасность. В первую очередь. Никаких дискомфортов даже речи ты не можешь. Это по поводу тех людей, которые сомневались. Многие клиенты нам говорят, зачем мне ставить GPS-оборудование, если знаю, где он ездит. Да никогда ты не знаешь, чем он ездит. Ну как ты можешь держать? Телепат? Ну он сказал, я еду по делам. Да это, ну тут даже, я же говорю, тут вообще даже не должно стоять, там, ставить или не ставить. Это настолько дешево, чтобы, ну как бы, ну, 3 копейки и ты получаешь безопасность. Не знаю, да, там, получится у тебя там контролировать топливо, не получится. Да ты пока видишь, где она, как она, сколько была на разгрузке, не было на разгрузке. Мы даже сейчас не то, что на автомобиле, люди вручают GPS-ки пешим, чтобы контролировать торговых и все остальное, потому что все прекрасно понимают, если торговый представитель не приходит фактически на торговую точку, то у него продажи на 20-40% меньше. Да все адекватные руководители, владельцы бизнеса это понимают. Вот. Если такие сопротивления там жесткие происходят, там, а зачем оно нам не надо, значит пока там ни руководитель, ни владелец не заинтересован в этом, наверное. Не знаю, либо там какие-то другие не проблемы. Это знаешь, как нас учили в бизнес-школе, такое основное правило ведения бизнеса, что ценность продукта должна быть гораздо больше, чем цена. Да? Ценность превышает цену. Ну, ценности, да, у GPS, ну, трекера, она значительно больше, чем цена. Значительно больше. Ну, это однозначно. Игорь, спасибо тебе за обратную связь, спасибо тебе за приятную, поучительную беседу. Желаю успехов твоему бизнесу, твоему каналу.